назвать имя Екатерины Павловны Коноваловой, под управлением которой хор и возник. Руководит она им уже несколько лет. И насколько это у нее получается, нам с вами предстоит сегодня оценить. И начнем мы это с музыкального произведения «Жизнь прекрасна». Музыка Никола Пьювани, русский текст Марины Лебединой. Прошу, приглашайте. Thank you.
Марка Фрадкина, слова Евгения Долматовского. Oh,
потому что это у нас премьера. Она первый раз на сцене, так перед публикой, играла на гитаре. Это, поверьте мне, очень волнительно. Это очень страшно. Вот. Ну, вот она человек такой сильный, очень сильный. И вот она даже не показала вида, что там какие-то волнения. Даже не знаю, волновалась или нет. Наверное, волновалась. Нет вообще, да? А следующая песня прозвучит. Вы знаете, вот отъехали от Москвы немножко и уже соскучились немножко. Поэтому следующая песня будет под Московной причиной. Творите добрые дела.